В Балакове на центральном шатре храма во имя святых бессеребренников Косьмы и Дамиана установили барабан, главку и крест. За два дня до этого епископ Балаковский Николаевский Варфоломей совершил чин освящения креста. Событие долгожданное для всех прихожан. Сбор средств был объявлен минувшей зимой, и по плану главку и крест должны были изготовить к концу мая. Но работы провели быстрее, и уже сегодня над храмом засиял золотой купол. Само здание еще строить нам и строить очень много, но мы решили все-таки сделать главку с крестом, поскольку крест – это прежде всего символ христианства, то, что отличает храм от любого здания, это все-таки сам крест. И люди будут видеть, что храм открыт, функционирует, работает. И самое главное, чтобы, глядя на крест, вспоминали о Боге. Свидетелями столь значимого события стали десятки балаковцев. Они делали памятные фото и радовались, что храм обрел главку и крест. Несмотря на то, что здание еще не достроено, на службы собираются прихожане из ближайших районов города. И для них это место встречи с Богом. Мы собираемся в цокольном этаже. Вот здесь можно увидеть небольшие окна. То есть у нас проходит служба в неделю по несколько раз. Проходит богослужение. В летний период при возможности мы переходим уже непосредственно в центральную часть. Возведение самого здания храма во имя святых бессеребренников Косьмы и Дамиана началось в 2013 году. Велось постепенно. И сейчас еще многое предстоит сделать, чтобы довести дело до конца. Но прихожане говорят, что если над храмом засиял крест, то с Божьей помощью и строительство завершится быстрее.